Спасибо большое за ваше подтверждение. Мы рады вас приветствовать на конференции издательства «Макмиллан». И начать нашу конференцию мне бы хотелось с несколькими организационными вопросами, наверное, скажем так, организационные вопросы по тому, как сегодня будет проходить наша конференция, каким образом будет построена наша работа. Вы видите на экране программу конференции. Мы сегодня посмотрим, послушаем наших авторов, методистов издательства «Макмиллан», которые представят новые учебные курсы. Как вы уже знаете из предыдущего объявления на сайте, у нас произошли небольшие изменения в программе, в порядке выступления наших авторов. В 14.45 начнется выступление автора учебного пособия Лейза. В 15.30, после завершения выступления, на слайде появится ссылка для каждого из вас, по которой вы можете заполнить специальную форму для получения электронного сертификата. Сегодня во время подготовки к конференции вы задавали вопросы. Если несколько человек принимают участие в конференции с одного компьютера, каким образом можно будет получить электронный сертификат? Вы по ссылке заходите, заполняете ровно такое количество форм, сколько участников присутствует на вашем компьютере, сколько участников слушают нашу конференцию с вашего компьютера. В 15.30 после заполнения этой формы у нас будет размещена ссылка на видео выступление нашего методиста Мэрил Вилфорд, по которой вы сможете прослушать видео выступление, связанное с появлением нового учебного курса для подростков, который называется Motivate. Итак, вот такие изменения небольшие в программе произошли. Я думаю, что у каждого из вас теперь не осталось вопросов, как мы будем работать сегодня. И еще раз мне хотелось бы поприветствовать всех вошедших вновь в нашу комнату сегодня, интерактивную комнату на третьей весенней интернет-конференции издательства «Макмиллан». Сегодня по праву я могу сказать, что это весенняя интернет-конференция, потому что выглянуло солнце в московском офисе. Ощущаются уже не только первые, наверное, признаки, но и в полной мере можно ощутить весеннее настроение. Надеемся, что сегодня наша работа пройдет плодотворно. Весенняя конференция в формате интернет проходит уже третий год. И традиционно это возможность для нас познакомить всех участников конференции с теми новыми учебными пособиями, с новыми программами, с новыми возможностями, которые представляет издательство «Макмиллан». Несколько слов в преддверии первого выступления нам хотелось сказать вам, что же вы ожидаете, что мы готовим для вас к новому учебному году. Итак, «Макмиллан Education». В качестве вот такой формы, в форме сотрудничества, в качестве поддержки преподавателей, работающих в российских школах, высших учебных заведениях, языковых курсах, издательство «Макмиллан» в 2013 году представляет полный спектр учебных пособий практически на все возраста. Сейчас на экране вы видите основные учебные курсы, которые могут быть рекомендованы к использованию с учениками от 3, ну, можно сказать, до бесконечности. Но сейчас вы видите линейку для детей школьного и дошкольного возраста. У нас появился новый учебный курс для детей от 3 до 5 лет, «Кэптен Джек», с которым вы можете детально познакомиться на нашем сайте, посмотреть на особенности этого курса. Сегодня мы расскажем вам о новом учебном пособии для детей, занимающихся в прогимназии, для дошкольников. Это курс «Макмиллан English Quest». Хорошо знакомый курс English World с этого года будет представлен на 10 уровнях. Поэтому для тех, кто выбирает для себя цепочку учебников, English World сегодня с 1 по 10 уровень может основные ваши задачи решить. Еще один курс Лейза, хорошо знакомый. И в прошлом году мы порадовали преподавателей, кто занимается по учебному курсу Лейза, выходом 2 новых курсов. Это
два новых уровня, которые появились в издательстве Macmillan. Это уровень A1 Plus и A2. Нужно сказать, что с 2013 года учебное пособие Лейза выйдет уже в третьем издании. И сегодня автор Стив Тейлор Ноуз, его участию мы особенно рады, расскажет о особенностях, об изменениях, которые произошли в этом учебном курсе, и, конечно, методических принципах, положенных в основу данного курса. И еще один новый учебный курс, с которым вам предстоит сегодня познакомиться, написан специально для подростков от 10 до 17 лет. Это курс Motivate. И, конечно же, горячо любимый уже многими преподавателями курс для подготовки к экзамену, для подготовки к ГИЭ и ЕГЭ, для подготовки к ФСИ и ПЭТ. Это курс Gateway. Итак, несколько слов мне хотелось бы сказать о новых компонентах, которые появляются в 2013 году. Многие преподаватели получили возможность использовать мультимедийные проекторы, интерактивные доски на уроке английского языка. И это имеет хорошее методическое обоснование. Сегодня, в общем-то, мы не будем рассказывать, наверное, почему интерактивная доска входит в нашу жизнь и как она может разнообразить наши занятия. Нам хотелось бы показать три новых курса Macmillan English Quest, Motivate и Lisa, которые выходят с новым для нас компонентом. Компонент, который называется DigiBook. DigiBook — это возможность использования цифровой версии учебника на интерактивной доске. И данный компонент является неотъемлемой частью ресурса для преподавателя. Вы получаете его вместе с книгой для учителя. И еще один компонент современного образовательного процесса – это онлайн-программы. Онлайн-программы, которые являются дополнением и возможностью для организации самостоятельной работы современного учащегося. У нас накопился богатый опыт уже использования онлайн-компонента учебного пособия Gateway. На летней интернет-конференции у нас выступал преподаватель из одной московской школы, которая делилась своим опытом использования, но нам хотелось бы порадовать и преподавателей, работающих по учебному пособию Лиза. Теперь и у вас есть возможность использовать интернет-компонент для самостоятельной работы. Лиза Practice Online – это новая возможность для организации вот продуктивной такой деятельности не только внутри аудиторной комнаты, но и за ее пределами. Еще одна приятная новость нас ждет в 2013 году – это появление новой серии книг издательства Macmillan. Наверное, сегодня уже никому не нужно говорить о том, насколько интересны и разнообразны книги для чтения, публикуемые нашим издательством. Серии практически, наверное, для любителей не только разных жанров, но и разной информации. От Macmillan Factual Readers с рассказами о окружающем мире, до художественной литературы, от классики до современности. Но с этого года мы представляем новую серию, которая называется Macmillan Cultural Readers. И первые две книги вы уже видите на экране. Эти книги будут посвящены, одна из них Англии, вторая Соединенным Штатам Америки. Это некий такой новый взгляд на страноведение, английский мир, описанный глазами человека, принадлежащего данной культуре. Никаких стереотипов распространенных, современная информация, исторические факты, которые выделяют для себя англичане. Для того, чтобы посмотреть уровень данных учебных пособий, мы приглашаем вас на сайт macmillan.ru и на сайт macmillanenglish.com, где вы можете не только посмотреть, какого уровня данные учебные пособия, но и также скачать дополнительные задания, которые позволят вам организовать учебный процесс на уроке. С правой стороны вы сейчас видите выдержку с этого сайта, странички для ваших студентов, дополнительные задания, задания для работы с аудиоматериалом. Эти книги сопровождаются аудиодисками, они полностью озвучены. Ну и также один из образцов того, какой материал представлен. Вы можете скачать одну главу данного учебного пособия или данной книги на нашем сайте, для того, чтобы познакомиться с его содержанием. И еще одна новость, которая ждет в 2013 году, это появление книг, направленных на реализацию межпредметных связей. И данная реализация может начинаться уже с буквально первых шагов овладения, усвоения английского языка. Мы представляем книги, которые посвящены
математике, естественно, научным предметом на английском языке. И более подробную информацию вы также сможете посмотреть на нашем сайте. Данные книги представлены на 6 уровнях. Если ваша школа, ваше учебное заведение предлагает такие программы, это хорошая основа, содержащая интерактивные диски, которые позволят вам организовать эффективный учебный процесс с реализацией межпредметных связей. И в завершение мне хотелось бы сказать, что еще одним прекрасным дополнением к 2013 году и вот к такому портфелю преподавателей с новыми учебными пособиями является уникальная программа партнерства, которая уже заработала издательство «Макмиллан». Мы приглашаем вас в партнерскую программу издательства «Макмиллан». Как присоединиться, как принять участие, все это вы сможете найти на сайте macmillan.ru. Мы будем рады оказаться с вами в одном профессиональном сообществе. Спасибо вам огромное. На этом мне хотелось бы завершить представление новостей от издательства «Макмиллан» и передать слово нашему первому выступающему, Розин О'Фаррелл, автору учебника «Макмиллан English Quest». На этом я завершаю. Розин, the mic is yours. You're welcome.